Всем привет-привет! Рада приветствовать вас! Сегодня я буду готовить холодец. Давайте его приготовим вместе с вами. Для своего холодца я взяла вот такую вот красивую, чистую, большую курочку. Кусок голяшки. И две ножки. Помыла их, зачистила. И выкладываю их в кастрюльку. Теперь это я все мясо сейчас залью чистой водичкой. Она закипит. Я ее солью, помою мясо и поставлю второй бульон. Вот первая моя водичка закипела. Я слила, вымыла наше мяско. Теперь укладываю лук. Морковь. Лавровый лист. Перец горошек. Залью это теперь чистенькой водичкой. Поставлю на медленный огонь. И будет у меня этот холодец томиться где-то 4-5 часов. Вот так вот, видите, варился мой холодец. Теперь я выдавила еще 5 зубчиков чеснока. Я его уже выключаю. И выключенный холодец добавляю чеснок. Перемешиваю. Вот видите, он уже у меня полностью готов. Вот уже мясо прям распадается. Накрою его крышечкой. И оно будет у меня стоять теперь до полного остывания. Когда уже холодец полностью остынет, я разберу мяско и разолью в формы. Вот так вот, смотрите, я разделала наше мяско с холодца. Бульон я процедила через сито. И сейчас вот аккуратненько заливаю наш холодец. Вот такой вот холодец у нас получился. На ночь отправлю его в холодильник. Правда, достаточно такого желтого цвета холодец, потому что для холодца я взяла желтую курицу. Вот он приобрел такой более желтоватый цвет. Ну, когда застынет, я покажу вам, что у нас получилось. Девочки, вот смотрите, вот такой вот холодец у меня красивый получился. Посмотрите, насколько он прозрачный, идеальный, вообще просто как слеза. Немножечко, правда, вот как жирочек, но это потому, что курицу выбрала, слишком такую желтую, такой жирноватый бройлер был. Но это не страшно, зато он, посмотрите, какой он прозрачный, просто супер. Советую вам. Всего хорошего вам, приятного аппетита. Пока-пока.